Так, сегодня какое? Сегодня 4 ноября, 16-й год, Харьков. День железнодорожника сегодня. Привет. Привокзальная площадь. Смотри на это. Ух ты. Голуби просто как вулканом собрались. Да, красота. Ну, пошли. Так, место на... Там, видимо, не добежал до туалета и немножко отлил. Да, это голуби, их много. Ой, извините. А этот огромный экран тут был? Так. Конечно, был. Давай так, чтобы я за тобой не смотрел, да, сынулька? Самоварный прибор на 30 казенных ведер. Харьков, запорожский самовар. Ну, красота. Пошли. Тут, конечно, красота. Что? Это я уже насмотрелся, сынок. Что, я не слышу, что ты говоришь? Ну, не могу тебе точно ответить на этот вопрос. Может, и не тю-тю, учитывая, что только недавно умер Зельдин. Не слышал ты такой фамилии Зельдин? 101 год человеку был. Еще до Великой Октябрьской социалистической революции родился. Он старый, но он не тот. Ему, я не знаю, по-моему, он 60-х годов. Записывай сразу. А во сколько отправляется? 9 утра. 9 утра и до Люботина, да? А назад когда? Около 12. Около 12. Спасибо. Красота. 4 ноября, 16-й год, Харьков. День железнодорожника. И в честь такого праздника раритетный поезд. Харьков – город шумный, центр Украинской Республики. После провинции,
кажется, будто за границу попал. Из письма отца Федора, писанного им в Харькове на вокзале своей жене, уездный город Н. Прям как адмирал Кузнецов. Очень было громко. Пап, ты тоже чуть не было? Да, есть такое дело. Это реально, это не поезд, а какой-то глушок. Ну пошли теперь в музей. Это не поезд.